Re, весь этерс ir te. А между тем, сегодня стало известно, COVID-19 затронул еще одну больницу. Стало известно о заражении медиков детской клинической университетской больницы, который работал в третьем отделении медучреждения. Туда попадают пациенты, которым необходимо хирургическое вмешательство или с проблемами в области урологии и гинекологии. Сейчас в третьем отделении проходит дезинфекция в соответствии с порядком контроля инфекций. После завершения там будут размещены новые пациенты. Их будет лечить персонал, который не был в контакте с инфицированным человеком. По информации латвийского телевидения, коронавирусом заразился один из санитаров. Медики, которые были в контакте с заболевшим, сейчас находятся в изоляции. Всех их ждет тест на наличие COVID-19. О случившемся сообщили и всем пациентам. Те из них, кто находились в отделении и смогут продолжать лечение дома, будут выписаны. Остальных же переведут в другое инфекционное отделение, где медик могла заразиться коронавирусом, пока неизвестно.